Слышите звук сзади меня? Это Марсик. Зовет их, пошли работать, пошли работать. А они лежат на ступеньках, греются. А Марсик начинает уже психовать. Все, все, пошли, пошли на работу. Все, я понял. Выгоняй свое стадо на работу. Я хочу поделиться с человечеством радостью. Вот Пауль Скарлетт зацвел. Смотрите, это боярышник такой. Я его много лет искал. И наконец-таки нашел. Я уже снимал ролики про это чудесное дерево. Смотрите, оно еще потом плоды даст. Красненькие. Вот два дерева. Одно и вот второе. Вот они, красавцы. Каждый цветочек напоминает розочку. Марсенчик, все, все, мы вышли на работу. Вот, бурьян дергаем, ревизию проводим. Ревизия какая? Смотрите, вот это все засохло, видите, вот. Вот посюда, вот это все надо удалять. А вот эти две веточки живые, вот они. Да, радость, когда цветает, да так красиво. Вот я отойду. Два дерева. Жорка, все работают. Марсик вышел, а ты на солнышке. Что ты такой? А, пошли. Дел столько. Вот. Пошли покажем землянам. Вот мы скосили здесь. Видишь, Серега скосил. Какая лужаечка образовалась. И вот вторая. Покажу, любуюсь. Марсик, пошли. Ты у меня один помощник. Остальные так, лишь бы на ступеньках греться. Все принялось. Ну, конечно, что-то погибло. В этом году зима была суровая. И пострадали у нас кипарисы. Вот сейчас я к ним подойду. А это вот, видите, кедр дает прирост. А здесь вот верхушка тоже. Вот она, все сухая. Я взял, видите, подвязал проводничок. Вот теперь вот это будет проводником, а это придется все убрать. Оно, видите, сухое. Все. Пострадало. И это тоже пострадал кипарис. Вот, ну вот я заменяющую ветку дал сюда тоже наверх. А это все тоже сухое. Вот, видите, ломается. Ну что, ну зато выжили. И даже вот этот кипарисик выжил, который я ходил, все переживал за него. За вот этот. Видите, он весь начинает низа, весь сухой.
А верхушечка живая, смотрите. И столько радости. Я думаю, что те, кто покупает новые заводы или там пароходы, самолеты, у них меньше радости, чем у меня вот увидеть какой-то росточек, какой-то цветочек новый. Как это радостно. И вот, а этот вообще не пострадал. Нет, немножко верхушка пострадала, чуточку, ну, практически незаметно. А вот этот пострадала самая-самая верхушка. Видите, вон она. Вон она. Туда даже и не достанешь уже. Сейчас я увеличу. Вот она. А справа вот хорошие росточки. Ну, в общем, в целом дерево живое. Но ему уже 4 года, этому кипарису. Он 4,5 метра высотою. В общем, все выживают кипарисы. Но если, конечно, будут сильные морозы, то надо обматывать стрейч пленкой. Вот интересно, собаки устроены. Вышли на солнышко и балдеют. Греется, как тюфячки. Лирик, рот открыл, жарко. А все равно на солнышке лежит. Все равно любят понежиться. Мирка он воду пьет. А Лирик у нас ходит в эту дырку. Видите, ворота открыты, но он ходит в дырку. Ну, иногда, конечно, и в ворота ходит, но выходит он точно в дырку. В общем, потеплело, все повылазили. Рада со всеми. Тоже ходит. Марсик ее водит. И она все повторяет. Мама пьет воду, и мне ж надо туда же. А может, это нужно? Протер. С утра не умывалась. Рада она или с папой, или с мамой, или с дядей Марсикой. В общем, они ее выгуливают, следят за ней, а Жорка за всеми поглядывает. А Лирик на всякий случай ушел в будку безопасности. Он знает, что когда я начинаю снимать камерой, бульдоги возбуждаются при виде камеры. И до драки один шаг. Поэтому он туда спрятался. Бульдоги ушли, и он вышел. Вот я хожу, делаю ревизию. Это, видите, сделали от кротов. А что там не гремит? Не гремит. Палочку надо тоньше. Не работает. От кротов. Ну, а я вот приехал на перерыв, а Виктория говорит, иди там, твой боярышник зацвел. Ну, я ж бегом-бегом показать, поделиться. Вот видите, какой прирост. Все, боярышник тоже. Ой, боярышник. Это не боярышник. Виктор хотел сказать. Это... Ну, поняли, как он называется. Цветок. Я иду. Вот еще раз покажу. И закончу ролик.